Осы аптада елбасы қабылдауында болғандардың бірі денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов. Президентпен сала басшысының әңгімесі ұзаққа созылды. Оның себебі белгілі, ұлттың саулығы ұзақ талқылауды талап етеді. Бас дәрігердің баяндағаны ұлт жоспары аясында атқарылып жатқан істер, оның ішінде денсаулық бағдарламасының жүзеге асу барысы. Осы кездерде біраз тапсырмалар алды денсаулық сақтау министрі. Жалпы медицинаның жағдайы жөнінде айтты. В целом по всем показателям у нас идет стабильная ситуация. Ключевые вот глобальные индикаторы – это продолжительность жизни увеличивается. 72,4 – это в 2016 году, в этом году также по результатам года будет оценено. Материнская смертность у нас имеет тенденцию к снижению. В связи с этим младенческая тоже снижается? Младенческая очень хорошо снижается уже на протяжении нескольких лет. Установлено в результате тех мер, которые под вашим поручением мы реализуем. По заболеваемости, вот ключевые болезни, это, конечно, болезни сердечно-сосудистой системы и травмы и отравления в нашей стране. По ним также есть тенденция стабильная, роста нет. Также есть снижение по злокачественным образованиям. С чем ты связываешь? Первое, это мы оснастили все областные центры кардиооборудованием и врачами, так? Так, абсолютно верно. Во-вторых, Александрович, вот, начиная с 2012 года, очень обширная программа по бесплатному лекарственному обеспечению. Дает очень хороший эффект. То есть предварительное обследование имеет большое значение. Ну и еще на заболеваемость, конечно, влияет возраст, потому что в целом в Казахстане у нас благодаря хорошему естественному росту больше молодых людей. И в связи с этим у нас показатели, так скажем, здесь стабильные. По туберкулезу тенденция в целом стабильная. По злокачественным образованиям, также вот благодаря высокоточной диагностике и созданию сети онкоцентров, у нас смертность она стабилизировалась. В целом достаточно высокий уровень у нас смертности от несчастных случаев травмы и отравлений. Разные несчастные случаи. Адамдар өзін-өзі сақтамайды. Өрттен кетеді, судан кетеді, комплексно смотреть надо. Те реформы, которые мы сегодня проводим, они правильные и соответствуют стандартам ОСР. В частности, основные рекомендации, они уже у нас заложены в госпрограмме ДИЦАУ, такие как развитие службы общественного здоровья, вот, приоритизация первичной медицинской помощи, внедрение медицинского страхования. Расында, отандық медицинаның қазіргі ахуалы түнеу жылдарға қарағанда әлде қайда түзелген. Мәселен, министрлік таратқан биылғы 9 айдың статистикасын сөйлетсек. 2016 жылы 100 мың жүктананың 12,7% көз жұмса, осы жылы әзірге 11,6% құраған. Ал енді ауру сырқаудың ішінен туберкулезді тілге тиек етсек, оның көлеміне де көңіл толады. Көрсеткіштер айырмашылығы 0,6%. Мұның барлығы дер шағында жасалған ем-домның нәтижесі. Дегенмен саланың ыстығы басылды деп, бөрікті аспанға атуға болмайды. Әлі де иммунитетті жақсарту екпесін жасау қажет. Президент денсаулық сақтау министріне өмір сүру ұзақтығын 80 жасқа жеткізуді тапсырды. Наша задача – продолжительность жизни в среднем достигнуть 80 лет. Вот поэтому самый главный фокус, вы всегда говорили, это профилактика болезни и здоровый образ жизни. Особенно важно, что вы вот в Рухани Жангру об этом сказали. Если посмотреть, 5 ключевых болезней, они съедают 90% затрат как в Казахстане, так и в мире. Это болезни сердечно-сосудистой системы, онкология, травмы, сахарный диабет и болезни легких. В принципе, все управляемые заболевания. То есть их можно предотвращать. Поэтому в рамках вот нашей деятельности по госпрограмме мы создали службу общественного здравоохранения. А также создаем национальный центр общественного здоровья путем слияния 3 центров. То есть привлечь самих граждан для укрепления собственного здоровья. То есть здоровье человека от медицины зависит 10-15%, я всегда говорю. Остальное зависит от самого человека. Мы среди населения не ведем соответствующую работу. Имидж здорового образа жизни. Что такое? Здоровое питание, надо больше говорить. Это человек должен нормально питаться и понимать, что вредно, что полезно. Өз денсаулығына жауапкершілікпен қарау бұл да еліміздегі күрмеуі қиын күрделі мәселелердің бірі. Азаматтар саламатты өмір салтын ұстанса құп әрине, бірақ бас ауырып, балтыра сыздаса, бірден өз білгенімен дәрі ішетін дәстүр қалыптасқан. Яғни, аққалаттының ақпаратына жүгінбейді.
есесіне емдеп ішкен препараттың пайда зиянын білген жан жоқ. Қалауы қанағаттандырылса болғаны дегенмен дәрінің дәмінен көрі бағасы уда екенін халық білмейді емес, білет. Қымбатшылыққа не себеп? Халыққа тегін берілетін препараттардан пайда көрген кім? Ақпандағы отырыста президент денсаулық сақтау министріне осы сауалдарға жауапты табуды жүктеген. Кешегі кездесуде атаулы жайт тағы да айтылды. После моего поручения привлечен к ответственности председатель комитета по медицинским услугам СК «Казфармация» задержан. Директор компании поставщиков задержан. Когда я сказал проверить, что делается у нас в медицине, почему такие цены? Потому что заключают преступный договор с поставщиками, завышают цену, и больные получают дорогое лекарство. Начальник управления 5 областей здравоохранения задержаны, привлекаются к ответственности. Это что? За некачественных поставщиков, за трудоустройство, квота, за лечение, за все берут взятки. За это 5 областных управлений привлечены. Благодаря вот именно вашему вмешательству мы начали разбираться и наводить порядок. Ну слушай, и это там... безобразие. Почему мое вмешательство должно быть? Есть министерство, есть порядок, контроль у вас есть за ними. Что за бессовестный народ? За государственные деньги страна закупает лекарства, чтобы дать больным. Они договариваются с поставщиками. Наши казахстанские лекарства не берут, потому что здесь невозможно шапку снять. А там договариваются. Те берут взятки, наши берут взятки. В результате лекарства попадают потребителям дорого. После этого снизилась цена на лекарства. Знаешь? Проблема была в том, что действительно какие-то размытые были правила. По некоторым, некоторым вообще не было процедурных вещей. Вот смотри, поэтому чтобы сейчас... снова вот это не расцвело. Тогда ты будешь сам сурово нести ответственность.